Комплексный подход к формированию комфортной городской среды обсуждался в основной части форума. Сегодня она была представлена в формате лекционной сессии. На каких моментах был сделан акцент, знает Михаил Меньшенин. Областной форум партии «Единая Россия. Комфортная городская среда» – место встречи всех участников одноименного проекта благоустройства. За 3 года реализации проекта в области отремонтированы десятки общественных территорий и сотни дворов. Теперь главный момент – сделать так, чтобы преображалась территория вокруг сделанных объектов. Пока это объекты скорее не выглядят как такие яркие пятна на фоне традиционной застройки, но их становится все больше и больше. И со временем возникает потребность у населения, чтобы количество переходило в качество. И уже хочется не просто парк, а парк, в котором будут реализованы какие-то интересные дизайнерские решения. На форум приехали больше 100 человек со всей области. Это заказчики проектов, подрядчики и, самое главное, инициативные граждане. Активисты подчеркивают, комфортная городская среда объединяет людей. Создаются некоммерческие организации, которые улучшают свой город даже вне рамок проекта. Например, НКО «Добрые соседи». В этом году продолжаем предыдущий наш проект «Трансформаторные будки. Художественная роспись». В этом году мы занимаемся подъездами. То есть это тоже непосредственно красивый дом, красивый подъезд, и мы выходим в красивый, комфортный дом, двор. То есть это все взаимосвязано. В первый день форума прошло пленарное заседание, презентация проекта парка Грачева и лекции от федеральных экспертов в области дизайна. Расскажут и о нововведениях федерального проекта в этом году. Была учтена позиция Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия». Вы знаете, что проект называется «Комфортная городская среда». Изначально он предполагался для больших городов, но мы настояли, чтобы он касался муниципальных образований с меньшим количеством людей. Поэтому сегодня Архангельская область участвует активно в этом проекте. Областной форум «Комфортная городская среда» среда завершится в субботу, 25 января. В этот день пройдут лекции по соучастному проектированию. Теорию закрепят практикой. Участники форума сделают техническое задание для благоустройства парка у Архангельского театра драмы. Михаил Меньшенин, Евгений Зыков, Регион 29.